Всем привет, и сегодня у нас обзор игрушки под названием Type Rider. Это игра под iOS, эксклюзив, можно так выразиться. Суть заключается в том, что мы являемся точкой, или точнее двумя точками, которые должны перебраться от начала страницы к концу страницы. В детализации уровня это выглядит просто как от начала до конца доехать, но суть игры заключается как раз таки в том, что на этом пути нас будут поджидать различные приколюхи, типа того, как заедем на горку, и мы увидим новый шрифт. Игра, ну, по сути, я даже не назвал это игрой, честно говоря, делаю обзор именно потому, что она является достаточно необычной. То есть, как вы видите, на экране графика всего проработана очень даже неплохо, и та же самая вода выглядит весьма натурально. То есть, скажем, мы увидели стиль готик, мы не знаем, что это такое, остановимся на середине, наши две точки уносятся в небытие. После этого у нас открывается книга именно в готическом стиле. И можно будет почитать про этот шрифт, что же нам все-таки разработчик приготовил. И это будет не только, не знаю, какое-нибудь бездумное чтение, чтиво. Это будет именно то, что достаточно полезная информация и достаточно интересно все написано. То есть шрифтов, как видите, довольно-таки много. И на самом деле то, что я показываю сейчас на экране, это по сути является самым началом. Но есть и такая небольшая превьюха. То есть мы начинаем за эти две точки, нам рассказывают о первом самом шрифте. Как что зародилось, то есть в египетскую эпоху и так далее. То есть там показывают самые разные шрифты, но наскальные живописи. И по сути начинается игра, там пишет Type Rider, и вот эти две точки отправляются в путешествие. И начинается все с дождя. Далее про прохождение уровня нам будут новые шрифты, новые приколюхи. Единственный минус этой игры, и думаю минус для большинства людей, почему не захотят покупать эту игрушку, это то, что в игре отсутствует русская локализация. Опять же, те, кто хотя бы владеют английским на примитивном уровне, думаю, все поймут для себя и узнают для себя много интересной информации. Потому что в иной мере никак уж не посмотришь. Подписываемся, ставим лайки и до встречи.